Сморила, да? Сэм, это Хартман. Дедман передал мне твою просьбу, поскольку исследование тварей курирую я. Я возьму образец твоей душевой воды, чтобы выяснить, какой эффект оказывают твои телесные жидкости. Ты изучал других людей с Думом? Всех, Бриджес. Себя и маму. Результаты пока неоднозначные. Но у тебя есть другие необычные свойства. Ты ведь возвращенец. Я, признаться, испытываю определенный оптимизм. Обработка жидкостей, выделений, ехали, наполнение. Вот, возьми с собой образец. Если будет возможность, плесни им на тварь. Посмотрим на реакцию. Кто знает, может, это станет тебе подспорьем. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на твари. Подобные материалы – наша единственная надежда вернуть знания о прошлом. Не только о выходе смерти, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге Думе. Может, еще не все потеряно? Сэм, меня не интересует возрождение Америки. Меня интересует прошлое. А, уже почти все. Ну, установим связь, ничего не будет. И что? И что тогда? Сэм. Прости, что беспокою во время отдыха, но тебе нужно это услышать. Может, тебя это даже обрадует. Мы получили несколько сообщений на твое имя. Я сам их не смотрел,
Но они в основном от твоих клиентов. Стоит проверить, вдруг там полезная информация. Ты можешь просмотреть почту через браслет или терминал у себя в комнате. Я хочу поговорить еще кое о чем. Хиральная сеть дает нам возможность восстановить прошлое. Данные из разных уголков Америки, считавшиеся навсегда утраченными, можно собрать по фрагментам. Наши архивы, конечно, пока не полные. Но по мере того, как мы будем встраивать в сеть новые пункты и города, мы будем добывать все больше и больше данных. Например, журналы и отчеты предыдущей экспедиции. Присланные ими данные пропали при разрушении центрального узла. Часть данных уже удалось восстановить. Ты можешь просмотреть их через свой терминал или через браслет в разделе «Архивы». Тебе будет интересно. Вашего сына, поверьте мне, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет без конца. Сэм, я кое-что забыл тебе сказать. Это насчет уровня стресса ББ и снижения риска самоотравления. Если ББ испытывает стресс, с этим можно бороться разными способами. Например? В смысле, побудь там какое-то время.
покачай капсулу легонько туда-сюда, ну ты в курсе. Мне просто любопытно, как у него дела сейчас? Прежде чем я отвечу... Что-то не так? Подключая ББ, я что-то вижу. И что ты видишь? Типа лицо, незнакомый человек, зовет меня. И еще комната. В ней разговаривают люди, но не разобрать слова. Эффект протечки. Я тебя не предупреждал. Ты принимаешь воспоминания ББ за свои. Это ложные флешбеки, не больше. Сейчас объясню. ББ извлекают из некроматери на сроки в 28 недель и помещают в капсулу. То есть еще до того, как он родился. Это останавливает его развитие. Но в 28 недель его органы чувств уже достаточно развиты, чтобы обрабатывать сигналы. Он вполне способен превращать информацию в воспоминания, которые перетекают в твою память по вашей связи. И кого же я видел? Возможно, какого-то врача или технолога. Какая разница? Этот ББ уже давно работает. Он много у кого побывал. Откуда я знаю, кто произвел на него впечатление? Но ведь ты же эксперт. Нет никаких экспертов. ББ создавали тайно десятки лет назад. Они фактически черные ящики. Мы используем их, но не понимаем, как они работают. Поверь, я пытался что-то про них узнать, но почти все старые архивы пропали. Если я что-нибудь найду, то сообщу тебе. Даю слово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Когда ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хирали и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к Хирали сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если я прав, то они отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Разведка территории не помешает. Держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. Позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят невысоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. Три признака.
Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристаллы. Если ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Заказ назначен. Сканирую. Счастливого пути. Из него груз. Все просто. Но будь осторожен. Эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. Точки выгрузки желательно поставить вышку и определить местонахождение почтового ящика с нашим грузом. Быстрее он не может. Строительство завершено.
редко пустуют, так что надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь. Mm-hmm.
Наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их терпеть. Раньше все делали компьютеры. Грузы доставляли машины и беспилотники. Нам оставалось только смотреть, как они работают. Это была революция. Практически сингулярность. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям не понравилось, что мы удалили из обслуживания человеческий лик. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть сектанты, поклоняющиеся грузам и ворующие поставки. Шакалы, выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасться. Связи растет. С повышением твоего уровня связи вырастет и количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. Это мне? Не стоит. Честное слово. Спасибо за ваш вклад. Пора привести Херальный Придур в рабочий вид. Извини, что так тебя нагружаю, но поверь, дело того стоит. Великолепно. На машине не царапинки. Я и не сомневался, что справишься. Сэм, как там твоя обувь? Думаю, в таких условиях она вряд ли в хорошем состоянии. Ничто так не портит рабочий день, как отлетевшая подметка. Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил в список припасов ботинки. Стандартная модель Bridges, так что тебе подойдут. Всегда носи с собой хотя бы пару. Но если забудешь или попадешь в беду, то сможешь изготовить новый через один из наших терминалов. До встречи. Поздравляю, Сэм. У тебя теперь есть доступ к хиральному принтеру. Это невероятно полезное устройство. Работает только потому, что наша сеть использует свойства берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных.
так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни. Кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово. Отлично. Там хиральные кристаллы. Эти кристаллы формируются только там, где много хиралия. Вот я и думаю, не связано ли это с расширением сети. Неплохой улов. Для исследований хватит. Мы о них позаботимся. Оставить хиральные кристаллы в комплексе, они отправятся в его хранилище. Из таких хранилищ можно брать материалы, если тебе понадобится изготовить снаряжение. А, пока не забыл. Это тебя. Это специальный спрей для ремонта грузовых контейнеров. Спасает даже от разъедания темпоральным дождем. Он поможет, если тебе и грузу здорово досталось. Мы добавили его в твой список припасов, так что, если нужно, пользуйся. До встречи. Есть связь между повышенной концентрацией хиралия и образованием кристаллов. Возможно, это результат расширения сети. Но не волнуйся, местная концентрация хиралия более-менее в пределах норм. Если найдешь еще кристаллы, непременно возьми. За это получишь награду. Если найдешь еще кристаллы, то можешь оставить в одном из комплексов. И любые другие ресурсы тоже, как и ненужные тебе предметы. Все обладает ценностью. То, чем мы не пользуемся, можно разобрать на части для исследований или чего-то еще. Мы добавили схему моста в твой ПХК. Сначала тебе нужно заложить основание. А потом добавляй нужные материалы до окончания постройки. Мосты пригодились бы многим рекам и каньонам, знаешь ли. Ты точно не пожалеешь о потраченных усилиях, когда пройдешься по построенному тобой мосту. Попробуй.
Так, Сэм, доберись до места, где нужно построить мост. Фундаменты уже должны быть на месте. С твоей помощью мы в два счета закончим. Рядом должен быть терминал. Передай через него материалы. Оружие разрешено. Через него материалы. Сомневайся, любой путник или курьер, что окажется рядом, будет благодарен. Высматривай и другие места, где мог бы пригодиться мост. Thank you.
задержать. Все на свою
Расслабься, Сэм. Ты выбрался с территории тварей. Во всем этом виноват выход смерти. Появление гейзеров, гибель Америки, во всем. Он изменил мир до неузнаваемости. Людям пришлось бежать, словно крысам с тонущего корабля. Но бежать просто некуда. У такой жизни нет будущего. Если мы хотим выжить, нужно найти что-то еще. Способ победить тварей, выход смерти и весь этот ужас. Спасибо. Этот прибор поможет запитать распределитель через хиральную сеть. Да и другие объекты тоже. Надеюсь, что UCA с толком потратит наше электричество. Можно взглянуть? Невероятно! Как ты это дотащил? Ты летаешь? Теперь нам нужно подключение к хиральной сети. Действуй. Нашей сети ограниченная мощность, и каждая твоя постройка ее расходует. Но с повышением уровня связи и доступная мощность также станет расти. Невероятно. Ты сам себе экспедиция. Надеюсь, у Амелии тоже все хорошо. Интересно, добралась ли она до крайнего узла? Она поручила нам электростанцию. Амелия указывала путь, а я был в арьергарде. Лично я с ней не знаком. Но для меня все равно было честью идти вместе с ней. Когда увидишь ее, можешь передать ей эти слова. Сэм, на два слова. Я провел эксперимент с твоей кровью. Похоже, ты что-то обнаружил. Мы распылили образец твоей крови на территории тварей и обнаружили, что их активность снизилась. Это пока не точно, ведь у нас нет других возвращенцев, на которых можно провести дополнительные тесты. Но это заставляет предположить, что жидкости возвращенцев отпугивают тварей. Мама предложила создать оружие, чтобы испытать эту теорию. Прототип будет скоро готов. И тогда тебе нужно будет его испытать. Сэм, это идеальная возможность. Мы подключили к хиральной сети почти весь регион. Остался только портовый узел. Вернись в столичный узел и возьми припасы для портового. Когда придешь, мы сможем лично выдать тебе прототип. И еще. Курьеры редко добираются до этой электростанции. Когда будешь там, возьми имеющиеся заказы.
Если есть работа, не возвращайся с пустыми руками. Зайди в тот терминал доставки. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Поздравляю, Сэм. Теперь ты можешь брать общие заказы. Естественно, они менее важны, чем заказы, выданные лично тебе. Но если тебе по пути и есть свободное пространство, то можно прихватить еще что-нибудь, так? Пусть этот груз не относится к заданию, для кого-то он может быть важным. Так почему бы не помочь? Отлично. Ветровая электростанция, которую ты добыл, очень важна для нашего дальнейшего развития. В качестве награды я кое-что добавила в твой ПХК. Генератор. Он перезаряжает аккумуляторы устройств, находящихся рядом. В том числе машин, байков и другой техники с аккумуляторами. Заказ назначен.